Дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Мы исключительно рады вас приветствовать в таком замечательном клубе на таком замечательном событии, как презентация пластинки потрясающего, на мой взгляд, музыканта. Это Сергей Головня. Встречайте. Что она записана приблизительно год назад и после этого сведена, записана она здесь, в Москве, но сведена она и отмастерена в Нью-Йорке. И вот недавно вышла на лейбле Bootleg Music. И, конечно же, вы можете приобрести эту пластинку в перерыве. Мы будем очень рады ее все подписать. На самом деле на сцене абсолютно все участники этого альбома, и я с удовольствием ставлю за барабанами Игнат Кравцов. Спасибо, Макар Новиков. И на трубе и флюгельгорне для вас будет играть сегодня наш друг, который живет уже более 10 лет в Нью-Йорке, на родине джаза, Виталий Головнев. Спасибо. Меня зовут Иван Фармаковский, я играю на рояле. Спасибо. Теперь даю слово Сергею. Начнем наше концертное выступление в рамках презентации с моей композиции, которая называется «Edges».
Чумаков, барабаны. Иван Чумаковский, рояль. Макар Новиков, контрабас. Виталий Головнов, труба. Это была первая композиция, а сейчас мы сыграем две пьесы Виталия, «Браун Вальц» и баллада, которая называется «Waiting», «Ожидание». Thank you.
Thank you.
Клаус Вайс, Виталий Голонёв. Пока на этот контрабас. Иван Томаковский. А сейчас будет медленная композиция, которая называется «Waiting».
Ничего себе! Вау!
Стал самым крутым, он там что-то пыжится, играет, там у него дым уже идет отовсюду.
Но этот человек играет так, что там вообще не уровень просто. Игнат Кравцов. Хотя они этот фильм, они позиционируют как лучше, но на самом деле все совсем не так. Игнат Кравцов. Да, вот мы играем джаз, такую непростую музыку, и, ну, здесь очень много музыкантов, что очень трогательно, спасибо, мы вам благодарны, что вы сегодня здесь, вы создаете эту прекрасную джазовую атмосферу, но музыка сложная. Вот, тем не менее, я знаю, что те люди, которые просто, может быть, случайно даже зашли на этот концерт, они не уходят, вот, с моих концертов не уходят люди. Может быть, они мало что понимают в музыке, но они не уходят, потому что их что-то останавливает, что-то держит, что-то, быть может, наполняет. Вот. Но наполняет вас любовь, которая идет оттуда, с небес. Это любовь совершенная. Да, да. Это любовь Творца, потому что мы здесь благодаря тому, что Он нас сотворил и дал нам жизнь. И мы прославляем его. Каждая нота, которая здесь сыграна, она славит небеса, славит великого Творца. Это было первое отделение концерта. 10 минут, и мы к вам возвращаемся. Спасибо. Итак, мы продолжаем прославлять Бога. И первая композиция, она называется «Эммануил». В слове написано: «И родился младенец, и нарекли ему имя Эммануил». Эммануил. Эммануил.
Виталий Голунёв, Иван Формандовский, Макар Новиков и Дмитрий Кравцов. Итак, мы начали второе отделение с композиции «Эммануил». А сейчас мы сыграем Ванину пьесу, называется «Lazy Lady». Еще раз хочу сказать, что все, что мы играем, записано на альбоме «Touching the Sky». «Lazy Lady» Иван Формаковский.
Thank you.
очень близка. Касаясь неба. Касаясь неба. Прикоснуться к небу. Прикоснуться к небесному. Смысл такой, посыл этой композиции такой, что мы касаемся неба рано или поздно в жизни. Бывает. Но кто-то не дорос, не дорастает, так всю жизнь и проживает без прикосновения. Но когда это происходит... Но я верю, что каждый из нас, он коснется неба. Иначе мы бы не играли эту вещь сегодня. Касаясь неба, каждый прикоснется обязательно. Но сейчас мы будем заканчивать уже наш концерт. И сыграем... Закончим это выступление композиции Deep Dive. Глубокое погружение. Переводится. Глубокое погружение. Я хочу еще раз представить всех, кто сегодня со мной играл на сцене. Это те люди, которые записали пластинку со мной, Touch in the Sky. Мне это очень приятно. Спасибо вам. Мы рады, что вы с нами сегодня. Очень много замечательных людей. Вы все замечательны. Спасибо вам большое. И представляем музыкантов. Игнат Кравцов, барабанный. Макар Новиков, контрабас. Виталий Головнюк, труба, Клубный город. Иван Тормаковский, рояль. Я Сергей Головня, и все это Touch in the Sky, и все это прикосновение туда, в небеса. Прикосновение к небу. Yeah.
Всего вам самого наилучшего.